сегодня мы будем дарить 3 автомобиля разным игрокам. Из второго андеграунда просто. Привет. Если ты правильно отгадаешь загадку, мы тебе подарим, в принципе, этот автомобиль совершенно бесплатно. Блядь, у меня Порхаб открылся. Это кукуруза же, да? Мама рядом. У человека есть это или нет? Хуй. Че, серьезно? Человек, он начинает. Система поиска пидорасов активирована. Чего, блядь? Это че? Пока, это ты. Это че ты? Сейчас понял, сейчас рванку врубит, пиздец. Расцветай. Ну, тогда садись по традиции от пина. Мы, походу, второго Давидыча нашли. Нормально, кстати. А я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Ты ебал? Да ну нахуй. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet, сервер GTA 5, все как всегда. И сегодня не один, сегодня со мной Дементор. Заходи в кадр. Всем привет, ребят. Как вы поняли по названию и по превью ролика, сегодня мы будем дарить 3 автомобиля разным игрокам. Так что я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Короче, пацаны, маленькая предыстория. Вы уже, наверное, посмотрели, что стоит какая-то семерка непонятная, стоит я, непонятный кроссовка, что нахи, елки на башке, ну, Новый год, как бы. Написал мне Дементор в ВК, говорит, давай заснимем с тобой классный ролик. Я говорю, какой? Говорит, давай я тебе дам 3 миллиона, вот, и заснимем ролик, на что ты их потратишь. Говорю, давай, вот, и в конце я придумал, что на что я потрачу, именно на тачке, на что еще можно потратить на CCT. Ну да, одежды там купил 20-30 максимум, вот. И купил 3 автомобиля. Серия о том, как я покупал, есть Дементора на канале, ссылочка в описании, да, можете зайти. Обязательно посмотреть, она очень угарная. Лайк, коммент, подписка, я думаю, это объяснять не нужно, обязательно. Можете написать от Эвана, ему, думаю, будет приятно, вот. Это где-то день назад вышел, где-то два. И еще вышла серия, где мы, конечно же, тюнили. Одну адекватно, одну колхозно. Ну, это все вы посмотрите, вы угарнете. Я думаю, вам понравится, 100%, да, Демент? Отвечаешь? Конечно, конечно. Я вообще отвечаю за базар. Отвечаю за базар. Все, бля, ролики охренеть, просто отвечаю. Отвечаю, просто зуб даю, отвечаю, будут угарные. Также забыл сказать, что в течение 2 дней в Дементора выйдет конкурс. Так что подписывайся, чтобы не упустить шанс выиграть бабки. Можете переходить, ссылочка будет в описании, вот. И сегодня мы будем их, в принципе, дарить. Собственно, вы же еще на моем канале не видели какие-то тачки. Мы прикупили 3 автомобиля, это ВАЗ-2107. Где она заспамилась? Ой, ебать, она там заспамилась, сейчас я добегу, пацаны. Это тачка из разряда... колхозника из села, которая первая тачка. Нихера не видно, можешь подъехать? Перша тачка на сели. Перша тачка на сели, отвечаю, да. Ой, ты посветил прям нормально. Короче, обвесы, не знаю, из андеграунда второго, пацан переиграл. Most Wanted Underground, лавки, чисто выхлоп из квадратиков, уголков. Акрапович. Карбюратор, диски, карбончик. Карбюратор, инжектор, инспектор. Да, проректор. Короче, вторая тачка, это самая, мне кажется, хотя не, самая третья это будет самая охуенная. Вторая это BMW E38, который, бля, ну бумер, охрененный бумер. На номере... Это бандитская. Да, 343 XX, типа зеркалочки, вот, на бебосах. Черная, тонированная, заниженная, ну, охрененная. Я не знаю, у тебя АК-47 есть в багажнике, я думаю? Ну, конечно, блин. На такой машине без автомата. Лом и труп тоже там есть. И третья тачка это Nissan 350Z. Вот, пацаны, вот эту тачку должны узнать тупо все. Легендарный. Это просто легенда, пушка. Просто легенда. Из второго андеграунда просто. В таком же ливрее, на таких же плюс-минус комплектующих. Все, что отличается, это диски и спойлер. У нас стоит такой маленький утиный хвостик. Тачка валит прям пипец, прям боком, прям охренеть. А, бля, соболезную, меня убили. Короче, первая тачка, которую мы будем дарить, это ВАЗ-2107, я думаю, да? Поэтому достаем ее. Где она? Блять, это же нам приедет, придется ехать на семерке на ЕКХ. Господи. Мы будем ехать на моей тачке? Да, на твоей семерке. Я потом такой, ну мы тебе Жигули подарим, да? Ладно. О! Братан, здорово. У меня есть спецпредложение для тебя, от которого ты не сможешь отказаться. Садись в тачку к нам. Не сэм, мы не барыжим, нормально. Так только в очко лупимся. Привет. Все, можешь вылезать. Не гони. Два вопроса. Ты давно играешь на сервере? Только зашел, а так до этого на системе, да, начал играл.
Может, загадку какую-то ему? Блядь, у меня Порхаб открылся. Детские загадки с ответом. Голосатая головка, за щеку летает ловко. Вот это юмор. Вот это я знаю. Вот это как будет. Пусть будет. Это кукуруза же, да? Нет, это зубная щетка. Да, кукуруза. Короче, у нас спецпрограмма на Ютубе, которая называется «Воплощай мечты новичков». Если ты правильно отгадаешь загадку, мы тебе подарим, в принципе, этот автомобиль совершенно бесплатно. Майк, давай, решай. Давайте попробуем. Ебай, сразу микрофон такой хороший стал. Ну, слушай. Стоит баба на полу, приоткрыв свою дыру. Что это? Сразу гугл. Окей. Хз. В натуре? А что думаешь? Ну, предположение это какие-то. Да, говори предположение, пофиг, прям говори. Мама рядом. Это разъём. Это сразу в начало ролика. Окей, 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 давай другое. Попытка номер 2. Окей, сейчас будет легкая, довольно-таки легкая загадка. Красная головка работает ловко. 50-50 нельзя. Да можешь так вот так тихо там нашептать. Сказать, мама, уши закрой. Ну чё там? Да хз. Да что угодно, наверное. Стиралка. Ну, смотри, например. Стиралка? У человека есть это или нет? Красная головка. Да, конечно. А где? В какой части тела? Хуй. Ну, поздравляем, это правильный ответ. Да, ты получаешь этот автомобиль вишневая семерочка. Че, серьезно? Ну, конечно. Ну, так у меня прав пока нет. Ну вот, да похуй, без прав будешь потом по селу ездить, самое то. Давай, пусть принимает Иржанов. Так, автомобили, подтверждаю. Нажимают, подтверждаю. Совершить обмен. Ну, в принципе, я тебя поздравляю. Вот теперь у тебя есть своя первая тачка. Это ВАЗ-2107, которая на офигенных дисках, на офигенном тюнинге, на стейдже 3. Можешь, если тебе надоест, продать. Вот. Если что, этот ролик можешь потом посмотреть. Канал Эван и Дементор. Вот. Тебя увидишь. От души, пацаны, вообще от души. Ты знаешь меня? Я тоже знаю. О, бля, красавчики, красавчики, пацаны. Так капец, здесь народу появилось. Сразу приехали. Да, ебать меня. Два ютубера суету наводить. Вот, на канал я подписался. Да-да, я уже нашел и подписался. На один или на два? А второй есть, где? Да, вот этого молодого человека, он начинает. Бля! Ну почему? Короче... Опять я! Все, короче, а, бля! Бля! Так, загадки есть. Теперь нужно, чтобы кто-то спел какую-то песенку. Надо. Понял, я такую сейчас дичь нашел. Включаю. Если ты в течение 17 секунд не успеваешь никого найти, Е38 я оставляю себе. Готов? Да, давай. Смысл, что это? Система поиска пидорасов активирована. Блять! Нет! Подожди! Что это? Стой. Блядь. Вон, чел. О! Привет. Бимба. Здорово. Садись в машину. Садись в машину, есть важный разговор. На сервере давно играешь? Ну, минут 10 от силы. А, 10-15. А вообще так-то в МТА когда ты играл, да? Ой, на CCD-шке в МТА играл, да. Да-да-да. Говорю, ты только зарегистрировался, больше ничего не делал, да? Ну вот, на ферме квест выполнил и сюда приехал, права получил. Короче, у нас такая вот тема. Мы помогаем новичкам на сервере, вот. И за какое-то действие мы дарим им тачку. Ты попал под лот вот такой вот красивой BMW, сейчас я тебе покажу. Есть, короче, варик получить вот эту тачку совершенно бесплатно. И что делать нужно? Хотелось бы, чтобы ты спел хотя бы один куплет одной песни, вот. Любой, на свой выбор. И мы дарим эту тачку тебе. Блять. Чел, давай Мияги, ебани, помой. Кого там, блядь, у меня голос? Кого хочешь? Так, блядь. Ну давайте вспомним школьные времена, что нас там заставляли, блядь. Ну зато хоть поржем. Давай, короче. Ебаш. Чё, Катюшу хотите услышать? Катюшу? Катюшу? Ну так, а чё ещё? То, что в башке вертится. Ну, прям куплет и припев. И с интонацией, брат, чтобы... И с интонацией желательно. Ну, чтобы прям так, вот прям хорошо зашло. Ага, только голоса нет, я никогда не пел, ну да ладно. Посрать, посрать.
Ну давай попробуем. Давай. Расцветали яблони, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. Интонация. Да тихо. Ёпта, я ж не певец. Выходила, песню заводила. Про сипного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи пи... Сейчас. Давай, короче, вон. Как-то так, короче, не певец я, ребята. Это куплет, а еще ж припев, да? Про выходило, это вроде и припев второй там. Я говорю, окей, садимся в тачку и уезжаем. Понятно. Ну, сначала, пока, короче, это на самом деле был пранк, мы уезжаем. Кайфово. Да ладно. Ладно, мы нормальные, садись в тачку, поехали, заслужил. Кстати, второй вообще изи нашелся. Надо именно третьего, который работает. Да. Пацаны, загадки. Тихо. Я тебе предложил обмен. Значит, автомобили BMW E38. Подтверждаю. Совершить обмен. Все. Тебя поздравляю теперь. Поздравляю, дядь. Официально твоя тачка. Первая. Спасибо. Ты что, может, еще споешь что-то? С кэшбэком. Да давай кэшбэком. Давай какого-то Моргенштерна там хамалиновый. Давай Цоя. Это девочка война. О, вот тут поет. Стоит баба на полу, приоткрыл свою дыру. Ты рот, блин. Приехали. Короче, спавни тачку через F3. Как бля, тебе тачка? Какая? Как тебе тачка вообще? Ожидал ли ты такого поворота событий? Что такое может произойти именно с тобой даже? Не, такое со мной впервые, то, что кто-то что-то дарит. А тачка как? Супер, как еще. Вот, ну ты вот... диски поменял? Не, я оставил бы так. Красава. Чё ты подумал, когда мы приехали к тебе и говорим садись? О чем ты подумал? Отпинаете где-нибудь. Отпинаете? Да был опыт уже на других, так сказать. Да, ну тогда садись по традиции, отпинай. Блять, жопа нам. Да, нахуй. Желаю тебе хорошей игры. Спасибо. Давай, удачи. Давай, катайся. Надеюсь, завтра не отпишешься. И он через 5 минут отпишется, дядя. Да, чисто за поворот заехали. Давай, всё, давай удачи. Давай. Угу. О, вон. Хамера. Садись в машину. Важный разговор. Да. Скажи, пожалуйста, что у тебя по деньгам, там, по тачкам? У меня вот я сейчас 100 тысяч накопил. Деловое предложение. У нас есть тебе деловое предложение, да. Мы тебя отпиздим. Короче, деловое предложение состоит в том, что мы организация, которая помогает развиваться новичкам всяким. Вот. Пенсионный фонд ебасосенька называется. Ищем новичков, которые работают, вот, и дарим им некоторые транспортные средства. Вот. Ну, конечно, не просто так, а чтобы они хотя бы что-то сделали. Что ты можешь предложить? Не знаю. Понятия не имею, что можно сделать тогда. Нет, это вообще абсолютно все равно. Есть машина, нет машины. Захожу просто покататься, грубо говоря. Вот эту тачку знаешь? Если бы у нее еще неон был и колеса посветились, был бы как бы андеграунд. Да. У тебя есть возможность ее забрать совершенно бесплатно. Буквально за 2 минуты. Что для этого надо сделать? Ну, что ты, например, умеешь? Что я умею? Я вот так умею. Не, именно в жизни какие у тебя есть... Битбокс умеешь? Битбокс реально, да. Вот было бы вообще идеально, если бы ты... умел битбоксить, либо на чем-то играть. На флейте чужой, блядь. Не, Visual Studio открывать. И вот такие приколы делать. Оооо, чего, блядь? Это че? Пока. Это, блядь, хакер, забей, это читы. Это читы? А ты подожди, это ты как сделал? Сам читали. Бля... Зачем? Бля, ну считаем, это, конечно, это жестко. Сейчас понял, сейчас рванку врубит, естественно. Здорово. Привет. Садись в машину. Садись в машину, да. Нахуя? Ну есть. Деловое предложение. Да. Тебе понравится. А вы меня нахуярите? Ну, подумай. Ну, посмотрим. Ну, бля, смотрите, я вас сам буду хуярить. Руки себе завяжи и сразу в багажник лезь. Не хочу пачкаться. Два вопроса. Ты на сервере давно играешь?
А, нет, только зарегался. Сегодня именно или вообще? Вот, 20 минут назад, или час, может быть. А, короче, у нас есть свой бизнес, так называемый. Мы воплощаем мечты игроков в реальность, как бы дарим новичкам автомобили. Вот. Ну, конечно, они должны что-то сделать. Вот это возможный лот, который ты можешь забрать. Сначала пару слов про машину скажи. Да, как тебе она вообще? А, машина, в принципе, очень красивая со стороны. Как я понимаю, двигатель у нее тоже не подходит. Ну да. А, тормозные диски вообще супер, машина огонь. Мы, походу, второго Давидыча нашли. Вы что, ебанутый, что ли? А Мерседес говно, а BMW топ, да? Да. Блять, реально, второй Давидыч, все. Короче, спецпредложение. Ты поешь куплет и припев любой песни, какой ты захочешь, ну, желательно какой-то современный, ну, желательно, это так чисто мои предпочтения, вот. Моргенштерн! И забираешь вот это 350Z совершенно бесплатно. А в чё подвох? Ни в чём. Давно я этого вопроса не слышал. Админы, что ли? Мы? Я типа, это, новогодняя ёлка, это негр с Африки, а шо? Я хочу воды. Если меня генс... Сука, телефон, на куда хуя, блять, уёбал. Пирокинезис. Давай что-то наше. Сказали два вгрызиться русскому, блядь. Тлеет, блядь, есть. Почему нахуй нихуя не слушаешь, блядь? 104-й скриптонит Мияги. О-о-о-о, вот это уже поинтереснее. 104-й скриптонит. Это что у нас такое? Это они цепи. О, ямба, ямба. Много думал, заболела голова. Давай, ебашь, тихо. Я же за авторский забанен. Громче, громче. Что сказать, но я не нашел слова. Скручена проблема и трава. Ты туженый в километрах, ты туженый в киловатт. Нежно марает мою одежду. Прежде чем вновь захочешь быть на связи. Найду часок другой, это грязи праздник. Забыл про праздник, тебе не жаль. Ебашит, ебашит, ты шо? Понял? Итак, ага. Берешь и медленно уходишь. Все, шо ли? Просто. У меня сейчас телефон садит. Да это что-то мало, да? Сейчас я могу что-нибудь еще написать. Да, да, давай что-то нормально, и давай без музыки, а то меня это за авторский забанят. Понял. Пох, я это тоже вставлю. Давай. Я вспомнил! Геометрия, блядь! Сейчас будет, я понял. 20 лет назад сгорел родной мой дом. О! Документы и деньги, все сгорело в нем. И теперь я пробираюсь 20 лет. Кому нужен старый никудышный дед? Нормально, а кстати. Я бычок подниму, горький дым затяну, люк открою, полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, еба. Только кушать охота порой. Ну, а как-то так. Конечно, там... Все, тихо, базару нет. На самом деле, ты сейчас зря все это поешь, мы тебя наебали жестко, нахуй. Иди хуярь, нахуй, на этой работе. Ты ебал, мы пошутили, поехали. Садись, поехали. Вези, блядь. Говорит, мать, тебе ебал. С тобой, блядь. Там мы шутим. Мы тебе... на ЭКХ, да. Ты заслужил тачку, дядь, ты что, угораешь? Да. Мы никогда не будем делать такую шляпу. Да. Только тебя. Короче, как у него ник хотя бы? Эндрю Смит. Предложить обмен? Ой, автомобили 350Z, понял? И предложить Сиеру. Оп. Я тебя поздравляю. Ну и как тебе она? Да ну нахуй. Чё? Серьёзно, ребят, блядь? Ну да. Ебать, спасибо огромное. Думал, мы шутим? Шутим. Ты думали, мы тебя наебали? Да, ну после твоих слов, да, думал, наебали. Спасибо, ребят, вам большое. Желаю тебе удачи, надеюсь, ты проект не забросишь, вот. Тачку не сольёшь завтра. От канала не отпишешься. А ты чё б я отписывался, такие добрые люди такие. Да, спасибо. Ладно, мы тогда поехали. Давай, удачи. Надеюсь, не продашь завтра. Давай. И просто уезжай, смотри. Смотри, боком уезжай. Просто. Давай, крестами уехал. В принципе, пацаны, там все. Вот такой вот видос вышел. Подарили все тачки с Дементором. Как тебе вообще понравилось? Вообще имбовая серия получилась. Ребята, обязательно смотрим до конца вообще. Ну, обязательно до конца, потому что мы сколько снимали? Часа 4 вот это все. 5 часов. 5 снимали. Часов, пацаны. За это лайк мне, лайк Дементору.
Опять говорю, что ссылка на него будет в описании ролика. Реально, там два ролика интересных будут, типа с ним, еще с кучей угара. И опять повторюсь, у него в течение нескольких дней будет конкурс на деньги. Так что заходи, подписывайся, чтобы не пропустить халяву. Напишите в комментариях, как вам этот ролик. Тем трем людям, которым мы подарили эти тачки. Вот вы посмотрели этот ролик хотя бы до этого момента? Если да, напишите в комментариях. Вот. Также пишите, стоит ли снимать подобные ролики, дарить тачки новичкам. Возможно, специально найдем игрока, который умеет на чем-то играть, на каком-то музыкальном инструменте, что-то ему задали. Мне кажется, будет очень интересно. Нажимай на кнопку подписаться, чтобы не пропускать много интересного, полезного и веселого контента. Колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми и никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван и Дементор. Дементор. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока. Пока.